Опрос, который провели российские социологи, показал, примерно половина жителей страны знают, какой праздник отмечают 12 июня. В их число, несомненно, входят и жители Ненецкого округа. Накануне главного государственного праздника на площади Марат Сей состоялась масштабная акция «Знай гимн Родины». На площади Марат Сей спеть гимн России собрались школьники. Всего около 70 человек. Юные патриоты держали над собой красные, синие и белые листы. Получился российский триколор, который с высоты птичьего полета снимала камера-геликоптер. Самая главная цель, чтобы они понимали, что они живут в нашей стране, в нашей великой стране, знали и помнили, какие главные символы нашей страны. Ну и, конечно же, акция сегодня называлась «Знай гимн Родины». Она в эти праздничные дни, да, накануне 12 июня, 12 июня проходит во всех регионах России. Формат совсем разный. И вот мы после удачного опыта флешмоба исполнения песни «День Победы» решили попробовать только уже не со взрослыми людьми, а именно со школьниками. Приятным сюрпризом для организаторов стало то, что многие школьники отказывались брать листовки с текстом. Гимн они и так знают. Я знаю наизусть. Мы учили, нам задавали. Что нужно делать? Нужно встать и ровно стоять, пока не пройдет гимн. День России, 12 июня. Ну вот у нас завтра выходной. Посмотреть видео со своим участием ребята смогут в социальных сетях и на сайте «Молодежь Ненецкого округа». Татьяна Поздеева, Надежда Литкова, Роман Делимарский, телеканал «Север».